Участие в обсуждении приняли новые заместители губернатора, руководители министерств и департаментов, а в режиме видеосвязи – главы городов и районов. Первая задача, которую обозначил Кондратьев – в новой структуре взять курс на повышение прозрачности власти. И самое главное – отсутствие лазеек для коррупционной составляющей. Государственная служба или муниципальная служба – это некрасивая жизнь и не лоббирование собственных интересов или чьих-то. Это серьезная и кропотливая работа, порой изматывающая, давящая сумасшедшей ответственностью перед людьми, населением. Вот когда ты этот груз ответственности ощущаешь, на самом деле не можешь заснуть, потому что ты переживаешь за принятые решения или непринятые решения. А когда просыпаешься, то такое ощущение, что ты не спал. Потому что, видимо, ты физиологически спишь, а мозг не спит, он пытается найти решение. Вот тогда ты на своем месте. Напомню, финансовую, бюджетную и экономическую политику края будет курировать Игорь Галась. Вице-губернатором по строительству, архитектуре, ГО и ЧС стал Юрий Гриценко. Делами внутренней политики займется Юрий Бурлачко. Вопросами топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Алексеенко. Сергей Усенко будет курировать имущественные отношения, природные ресурсы и развитие курортов. Кроме того, количество госслужащих в администрации края сократят на 25%. Такую же оптимизацию кадров Вениамин Кондратьев порекомендовал провести и в муниципалитетах.